Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехал такой вот белый представитель C-сегмента. Это Mazda 3, 2018 год, европейка, седан. Машина, в кузове седана идут ключи на 3 кнопки с багажником, в кузове хэтчбэк на 2 кнопки. Владельца остался только один чип-ключ зажигания. Второго как бы нету, и он приехал к нам на Акибай для того, чтобы мы запрограммировали машину еще один чип-ключ. Это вот хозяйский ключик, он машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы нажмем на кнопочку старт-стоп, машина, видите, заводится. Ключи по электронике надежные, здесь электроника фирмы Mitsubishi. Для замены батарейки нужно нажать клавишу, достать механическое лезвие и аккуратненько ножиком нужно подковырнуть с краев этот ключик, где находится батарейка CR2025. При замене батарейки часто люди повреждают корпуса, они начинают трескаться. То есть это нужно делать очень аккуратно. В ключике есть механическое лезвие, с помощью которого можно машину механически открыть, если сядет батарейка в ключе зажигания, либо сядет аккумулятор в машине. Так, что мы сделали? Мы изготовили еще один чип-ключ зажигания. Машина дистанционно закрывает и открывает. Если мы нажмем на кнопочку старт-стоп, машина заводится. Теперь у владельца Mazda 3 2018 года выпуска европейской сборки есть два чип-ключа зажигания. Вот, проблему мы владельцу решили. Также наша компания занимается не только изготовлением дубликатов ключей зажигания. Также можем изготовить ключ при полной утере, можем вскрыть вашу машину, отремонтировать замок зажигания, замок двери. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать нам в комментариях. Если видео было вам полезно, ставьте лайки.